Значит, американская ассоциация маркетинга предлагает. Это процесс планирования, воплощения замысла, ценообразования, продвижения, реализации идей, товаров и услуг посредством обмена, удовлетворяющего, ну, скучные формулировки, честно говоря, мало изменяющие отношения к реальной жизни. Да, вот Питер Друкин тоже известный как гуру-менеджмента. Цель маркетинга, вот это мне больше нравится. Цель маркетинга – сделать усилия по сбыту ненужных. Его цель так хорошо понять и познать клиента, что товары или услуга будут точно подходить последним и продавать себя сами. Вот это вот более такая интересная формулировка. Да? То есть фактически цель маркетинга – это чтобы вам нужно было активно что-то продавать, чтобы у вас приходили и отрывали все с руками сами клиенты. Да? То есть вот это вот фактически. Да? То есть вот моя формулировка выглядит так. Она не претендует как бы на абсолютную истину. Это вот, вот из всей группы маркетинга я выбрал то, что мне кажется правильным и интересным. То, в чем я там как бы вот развиваюсь, копаю вглубь. Да? Маркетинг – это совокупность коммуникации компании с клиентами и комплекс мероприятий, направленных на увеличение продаж. То есть вот коммуникация, на мой взгляд, ключевое слово. То есть коммуникация, клиенты, продажи. Вот три ключевых слова вот, в этом определении. Вот, мы на них будем как бы ориентироваться во всем нашем разговоре. То есть наша задача, на мой взгляд, выглядит так. Нам нужно найти клиента, понять, определить, кто наш клиент. Да, мы не можем продавать всем. Да, даже если мы в магазин продуктовых товаров, да, как вот я заметил Алина, то все равно нужно позиционироваться. Да, мы не можем продавать всем клиентам, нам нужно вычленить его целевой клиент, определить, кто он. Да, задача пойти его схватить, приучить, притащить в магазин. Ну, я так грубо утрирую, да, чтобы схватить за руку, принести в магазин, сучить ему там товар, отвезти его на кассу, заставить заплатить, посадить на поводок и далеко потом он себя не отпускает. Вот так выглядит, на мой взгляд, успешный маркетинг. Да? То есть клиенты, которые вот у вас вот на примесе. Да? То есть вот наша задача, цель как бы всех наших действий, вот привести вот к этому, чтобы вот этих вот клиентов становилось как можно больше. Да? Чтобы они на поводке, грубо говоря, не отходили и часто возвращались. Да? То есть задача найти клиента, привести в магазин, обеспечить покупку и дальше обеспечить, чтобы клиент постоянно возвращался. То есть это вот в этом как бы успех. Да, то есть, ну, а цель, наша цель, естественно, цель всех маркетинговых действий, увеличение прибыли компании. То есть наша цель – продавать. Все, что делается, да, как бы вот, усилиями маркетинга, цель одна – увеличение денег в кассе. Да, не просто выручки, а, естественно, прибыли. Здесь также вот, ну, сейчас